Какие у нас ягодки уже созрели. Ну какие чемпионы. Конечно, на солнышке ягодки хорошо зреют. Сейчас пришел небольшой дождик, и после дождика она чистая и вкусненькая. Да. Не наши ягодки. Черненькие. Давайте. Надо малину посадить. Вон она еще зреет. Точно. Тогда. Сейчас после дождика все быстренько пойдет. Тогда, просто. Если тут будет малина, ты подумаешь, что вот эта малина, ты ее съешь. Малина вкусная. А вот смотри, черненькие, да, большие. Вот у нас заросли. Это еще зреет. Честно, вот с этим она выглядит очень костлявая. Но зато ее солнце хорошо прогревает. Да, я сейчас не побил. Аккуратненько. И листики не закрывают, и она быстрее созреет. Потому что именно за счет солнечного света она набирает свою сладость и темнеет. А осенью, как только солнце перестает греть, она сразу замирает. И перестает чернеть. И вот в таком цвете, вот допустим, розовом, в таком и остается. Да, сразу, да. Ну нет, уже все, она умирает. То есть как только сразу солнце перестает греть, вот первые холодные ночи, все, она перестает уже созревать. Поэтому в этом году как раз хорошо ее листики не закрывают. И она созреет. Очень быстро. Тёма нам готовит салат к вкуснячему ужину. Шеф-повар, расскажите, какие ингредиенты у вас в салате? Из чего вы его делали? Огурец, подсолнечное масло, помидоры и лук. И да. Размешивать, и соль. Круто! Все размешал. Ну, попробую на соль. Нормально или еще посолить? Соль дозру. Только ты гостям оставь что-то. А то шеф-повар сейчас сам съест весь салат. И походу гости останутся без салата. Ну, нормально. Это хорошо.